Сила, меня заполонила. А что если существует таблетка? Деньги, что хочу, я силой отберу. Которая на 5 минут. Скоро все увидят, как во мне бушует сила. Дает чистую силу. Во мне бушует сила. Вы бы такую приняли? Ты не знаешь меня и на что я способен, но я сделаю все возможное, чтобы найти источник. Прислушайся к моему голосу. Похоже, что я вру. Добро пожаловать в проект «Сила». Наша цель проста. Следующая ступень человеческой эволюции. Пробовал такую штуку раньше? Она может сделать тебя сильнее или даже невидимкой. Никогда не угадаешь, какая сила попадется. Ты толкаешь эти таблетки? Ну да. Все только и болтают об этих суперсилах, но никто не говорит о том, что это может тебя убить. И какой у тебя план? Они у меня кое-что забрали, и я это верну. Кое-что? Или кое-кого? Эта хрень разрывает город на части! Твоя дочь в этом как-то замешана? А откуда, ты думаешь, они получили формулу? Они похитили ее. Может, тогда поработаем вместе? Что тебе нужно? Таблетки еще остались? Сейчас будет шумновато. Значит, это твоя сила? Сначала мы стабилизируем продукт, а потом сделаем из него оружие. Как обычно, сила попадает в руки тех, у кого она и так уже есть. Они решили ставить эксперименты на моем городе, но это мы еще посмотрим. А я думал, мы совсем как Бэтмен и Робин. Бэтмен и Робин — это кино, а у нас тут реальная жизнь. Сделаем это. Где моя дочь? Берегись! Положим этому конец. Что-нибудь еще принести? Не, я в норме. Еще в какой?